Друзья, всем привет! Наконец-то могу вам сказать, что работа над новым ремиксом закончена. Сегодня я имею возможность уже слушать ее здесь у себя в автомобиле. Давайте я вам чуть-чуть продемонстрирую. Завтра будет премьера. Мне он очень нравится. Вот куплет-припев, да, как обычно. Сегодня хотел бы немножко сказать о клипе. Я вчера целый день и целый вечер... Ну, день у меня рабочий все-таки, вечер, больше вечера. Я занимался поиском каких-то красивых кадров, да. И в итоге решил, что долго займет времени монтаж прям такого классического клипа. Какой-то там, какая-то история любви, там, переживания чего-то. И я отсмотрел десятки, а то и, наверное, ну, сотню-то, может быть, и наберется моделей, видео, которые выкладывают клипмейкеры, так скажем, или какие-то фотографы, или еще кто-то. Отсмотрел моделей, которые делают, как же они правильно называются, сейчас я вам скажу, видеосессии. То есть каждая видеосессия идет где-то минуту, полторы, не больше. Ну, вот я отсмотрел их. Ну, достаточное количество, отобрал из них роликов, наверное, 6, примерно где-то 5-6, а то и 7. Вот не помню точное количество. И, естественно, склеил их в один ролик. Соответственно, под свою музыку. Очень надеюсь, у меня, потому что давно просили уже, и на YouTube пишут комментарии, почему видео... Нет видео, а просто картинка. Ну, я не успеваю... У меня все время уходит в написание, поэтому делать какие-то, монтировать какие-то ролики я не всегда могу. Но вот здесь вот так получилось, что времени у меня хватило и на написание, много уделил времени ремиксу. До 3 раза я его не то что пересводил, а переделал, добавлял какие-то там еще какие-то фишки, в общем, вот, корректировал, так скажем, и занялся клипом. Думаю, вам и надеюсь, что вам понравится. Завтра премьера. Ждите, друзья. Всем пока. Спасибо.